За ярким блеском и внешне красивой жизнью звезд зачастую скрывается адский труд. Вы думаете, артисты сами воротят судьбами и промышляют делишками в шоу-бизнесе? Нет, они боятся поломать ногти и испортить прически. Каторжные усилия продюсеров делают из простых людей героев телеэкранов. Десятка самых успешных из них в программе «Топ-лист» «Продюсируй меня». Первое место. Константин Меладзе. Ему приписывают звание самого хитового автора музыки и слов. Переехав из Грузии вместе с родным братом Валерьяном, Меладзе начал свою карьеру в шоу-бизнесе. Первые работы принесли настоящий успех Валерию Меладзе, а вот Константина долгое время никто не видел и даже не подозревал о его существовании. Вслед за родственником Костя взялся раскручивать, пожалуй, самый амбициозный проект — сексапильное трио «Виагра». Слухи и споры относительно жестоких условий контрактов с солистками не утихают много лет. Однако широкая публика узнала, как выглядит Константин Меладзе из эфиров «Фабрики звезд 7». Осталась самая малость. Мы не будем заглядывать в конверты, потому что, естественно, мы знаем, кто победил. Победителем «Фабрики звезд» счастливым номером 7 становится Настя Приходько. Вся страна увидела скромного, смущающегося мужчину, который, кажется, и сам не понимает, как он стал такой большой величиной. Недавно он взялся за новый коллектив – M-Band. Эксперты пророчат большое будущее мальчиковой команде, в случае, конечно, если те не решат по очереди строить сольные карьеры. Застенчивый, но такой талантливый Костя Меладзе – победитель топ-листа. Продюсируй меня.